Беспорядки произошли в день инаугурации президента Кении. У стадиона, где проходила присяга, собрались несколько тысяч человек. Все они пытались попасть на церемонию. Для того, чтобы сдержать толпу, полиция применила слезоточивый газ. Напомню, выборы в Кении прошли в августе. Тогда, по данным избиркома, победил действующий глава государства Ухуру Кениатта. После объявления результатов по всей стране прокатились волна протестов. По данным оппозиции, погибли около сотни человек. В сентябре Верховный суд страны аннулировал результаты голосования, назначив повторное на конец октября. Ухуру Кениатту тогда поддержали 98% избирателей.